мы поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Говори. Она пошла к тебе. Я видео записываю. Ну я его сейчас тебе из толпы не могу разглядеть, не ладно. Все, уже тут камера работает. Заходили, оттуда они не должны зайти. Ну вот я вижу, и они напротив меня стоят. Да, я Макса не вижу. В какой шеренге он стоит, Макс? Надо же понять. А он не спрашивает. Знаете как, когда он пойдет в столу, вот тогда вы его увидите, а так? Да, так оно же по-моему. Не, не сразу. Товарищ курсант, а вы можете отойти? Товарищ курсант, товарищ курсант, два шага влево. Благодарю. Не, я здесь определяю. Ты немножко ниже спускайся, закроешь, не видно здесь.
синее справа. Да. Справа синее. Слева синее. Слева синее. А, вижу, мы увидели. А все я увидела. Побежала, блин, прибежала, опять куда-то убежала. Ну стой на одном месте. Там проход. Ну, стой на одном месте. Там проход. Ну, а сейчас, если прибежит, я тогда телефон дам, или что я делаю. Детство, так ходить, сфотографировать. Ой, тихо, нет, толкаться не надо, да. Это плохая идея. Это не А вот ты пройди. Ենա պապան էս կողմ է կարն է, մեջ տեղը չեր տեսնում, խորիկ։ Ապ չեսլ ես կորպայի չէ։ Համան տեսնում եմ չէ, իրե պապան երես չէ ադասում։ Պապան երես ուտիս տեսնում եմ չէ ինգերսում։ Ես էլ եմ Все краски с тем, повчиться те шорели на рыбку на упане. Камера записывает. Ты мне где Лада, где Лада? Что мне сделать? Где Лада? Где Лада? Она пошла к тебе. Что дальше? Ну вот сейчас придет и спроси. Она ко мне придет. Я ее. Здесь я ее не вижу. Ну что я здесь? Ну вы смотрите, она где-то мечется, вас ищет, наверное. Где она? Ну, держитесь, теперь держитесь правой стороны. На их телефон. Офицерная. 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 Офицерная.
естественно. Это как у пацана. Нам сказали, что нельзя сделать. Ты еще реша! Давай, пробирай. Женщина, ну куда двинь? Ну, у нас тут бутылка хотя бы большая, а он маленький.
Пустите будущего офицера. Какой-то звук непонятный, он нарастает. Что за музыка интересная? Он казалось, по Кутузовску мотоцикл. Он вешается на то. Хам известно, стас нам сумки сверя. Хам. Парцать не стас им сумки вен. Парцать. Да вручу. Хороший пример, как вы думаете? А может наоборот, полететь. Как залететь? Че, хочу айна на мимо тегу. Айдан кинчен, канема. Ха, декари вери, кнецек фокси. Докладно. Че-то не могу понять. Перед нашими раз, два, три, четыре. А, вот здесь. Ну да, приказы читайте. У нас сумки дуре стрелы. Потом митинг, наверное. И что не слышишь? Как-то не со звуком, не продумано. Чаровщий еще мечный, паспорт и смешный. Грохотать должны. Мы должны притихнуть, соответственно. Да еще не слышно. Стоять парк. Ну там, напротив. И все. Там краска стерся. Иди вам рассказывай, да. У них время, полторы минуты каждому. Пока скажут, да. Смешок, не слава, чай. А это уже 35 раз.
Ты это видишь, что Манченко, они. Как вот так можно было украсить? Я поначалу тоже меня это беспокоит, а потом поднялся 54-й размер. Это спокойно, свободно. На все случаи жизни. Когда двухметровая детина 54-го, он носит там 50-й, а ему выдали 54-й, и говорит, 54-й, тебе в длину будет хорошо. Так и в ширину, свободно. И если надо с травым пройти, то надо все спокойно. Если надо, то есть, хорошо, и потом, ну, извините, в таких штанах особо не подходит, синтетически. Ну, да. Поэтому вентиляция здесь тоже такое дело, не последнее. А когда в оттяжку, быстрее. А в свободных, лучше отдыхаешь, то есть меньше напрягаешься из одежды. А что они приехали? А их же из казармы выпроводили? Ага. Да. Типа казарма закрыта. Ну где же мы тогда? Ну кого-то ничего. У нас много было народа. Интересно. Может быть, конечно, кто-то остался в казарме, но... Приехали. Будем пытать. Как? Горячей воды нет, но с этими кастрюльками пока они все искупали. Сколько у вас было? Четыре. Weil es kommt jetzt auch wenn ich mache. Du hast die Masters. Die ist nicht zart, ganz. Ach, die kennt die Mom so lange. Nimm mal den. Нет, просто из строя выходит он сам. А так бы построили, ну сколько это, в одну шеренгу, прям перед ними. Нет, они, наверное, из одной коробочки. Арсми. Ну, это вы видели? Ура. Сзади, смычи, сзади. У нас было их прямо перед трибуной построили, все, как ударили. Ну,
Ну, я так понимаю, их по городам будет. У вас тоже будет? Можно садить. Куда садить? А куда? Так у вас получается, наверное, вот этот завод получится? Наш вот он. Я же говорю, мы стоим прямо напротив. Вот, зеленый. Да. А ваши вот эти? А у нас, да, скорее всего, вот эти. У нас сани. Ну, вот у меня тоже он появился. Стоит на реке. Я ну а что рубашка? Ему не наш реки, поэтому он стоит рубашка. Да, тут извините. Да, да, конечно. Своя коробка как-то. Не пойму. Тачку сам. Можно тебя попросить? Ты загораешь прям самый обзор. Ну, давайте я так буду и этот взвод, и этот взвод захватывать. У вас синий? Ну да. Когда мой пойдет, я уходит. Да, тогда я на вашего наведу, а когда мой пойдет, соответственно, я на своего, ну, конечно, наведу. Да. А так два взвода. Он у вас какой по счету стоит? Первый или второй? А вот я что-то не вижу. Но он не высокий мальчик? О, спасибо. Да такой, я не сказал. Ну смотрите, в первый нет, или вы не видите просто? Я его не вижу, да. Значит, не первый. Сушай-ка. Нет. Возьми сушу. Давай, сушу. Ну да, вот они в синий. Арсен. Иван Борисович? А, да. Вот. Давай. Так, да, вот он. Выходит? Вот он вышел. Где? Привет. Привет. Ох, ты стоит сейчас мы рахо сняли палик. А хотите, я под себе под крышку? Как-то они странные. Я снимаю, а вы живую увидите. Да. Зачем ты встала? Куда ты заполз? Это не журналисты, это чей-нибудь папа дядя стоит. Вот они ходят, это уже не журналисты. Это мамы, папы. Особо, да. Смотрите. Да вот, ну, уберите там.
Шашков самый последний. Вы имеете в виду алфавит? Ну, я не знаю, как вызывают. Они не по алфавиту вызывают, да? Это свет и Столовый тебя. Ну, он оттуда выгнал, отсюда пришел. Вот сейчас у нас надо было связи, я бы вот там. Играет карты. Ух ты, молодец какой. О, встали. Сам Ванге Мизе, Кнар. Ты садурский. А вон, вижу, все, вижу. Увидели. Мама рвается в Гранц, ваш чистый рожек. Ах ты, спитак, камера лейка, ты имя шоколадцы. Вот он, да? Отойдите, пожалуйста. Эй, на Арсений Торец, аж мы пусть стоит, дуэна отсюда. Товарищ курсант, отойдите, ну вы мешаете. Да там уже он, посмотрите. Ну присядьте тогда, ну мешаете. Он свою выполняет. Надо понять, ему сказали, да. Чет Бога, ваш чем не бывает, и мать сидит, Карина. Мужчина в голубой голове, отойдите, пожалуйста. А можно я сейчас пройду? Он понял, что это он мужчина в голубой голове. А копейки приготовили детям рублей? А в телефон можете чуть-чуть левее? Да, спасибо. Ой. Самые маленькие, колесенькие такие, чизёйки. Чизёйки. Вот это парень древний. Чё, пропустили, Лёшка? Да, почему? Вот он был. Нет. Заснял? Да, заснял. Не видели? Нет. Не успели? Сосредоточиться. Ну, правильно. Не упустить. Трясёт.
Համջան, դե լավսից կգտած ես, դու մեծ քչկար ես։ Չէ, 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 դեսա կամերան եկա դիմա։ Չտեսա որ այդ կանած, ո՞տե դիմացն էին կանած։ Կամերան դեմն էր, ես Սերոժինն էի չհանեցի, նկարեցի այդ մարդը հերա։ Հեսա մի քանի ջրկծել են, կարող է պատահական մեջ եղել։ Հլե ցերախումը դին։ Сейчас уходили бы. Потом прохождение. Что ты делаешь вообще? Что ты делаешь? Там паспорт. Анлики моя станция, вот это не надо. Там была песня, потому что здесь не пробиться, ничего не видно. Я Влада протолкнула. Ну да, я видел. Им ничего не, это, не видно. То есть, в принципе, он пропасть прижил, не может. Марина? Типа ребенок, ребенок. Ну, я так и толкнула. Ну, вот это, да? Да. Ну, что потом как-то с вами связаться, фотографии будут фотографировать. Собрасеровцы. Да? Хорошо. Спасибо большое. Со мной связь. Ну, не знаю. Зайдите, сейчас будут проходить. Сканты и будут кидать монету. Сколько вас? А там, когда... Ну, и там, и там. Откуда места нету вообще? Толкают ну, отсюда. Вот, потому что сейчас монету будут кидать, пожалуйста. Дети будут за монетами. Вот, смотрите, вот сюда могут писать. Там для рабства, да, знаю. Так, вот, ну и вам место дадим в первых рядах. Вот, мама немножко подвинется это. Все. То же самое. Нет, там разные. Чему мара, чем галуи? Ну кого? Авиация. Да я поняла, где белые рубашки. А, смотрите. ВКС-ки и авиация. Вот где Маша. И высокого роста. И наш дед. Короче, мы видим. Мы поняли, где. Ка, или в уме? С этим максимум. Только кругом, да, пролетает один месяц. Да, 5 лет. Ну, нормально. Операция у меня. Уже я. Моя нога болела. Я вас не узнала. Шкопек, а подъекцент? Я шкопек. На эти сам. Одним глазом ты увидишь. Не увидели. Не шкопек. Не увидела. Ну, не увидела. Зато порадовались, как их много. Какие они красивые. Я думала, что смотрите. У вас синенький или зеленый? Ուղարկեցի մի թեթև էր մեջ թե։ Հա։ Հեսա նկարներից են այն բանան։ Ակա կուզեցի։ Ուղարկեցի։
Չանցնեքի լավ սյո ներ չունեն։ Չէ կա ոնց որ թե։ Հելո։ Բանա։ Ա, ինտերնետն անջատած։ Եսա միացնեմ ինտերնետը միացնեմ։ Չէ կա սուհավի նման կանգն է, բայց թե իրոքիս դիմասը չտեսա, է։ Всех синеньких, да, значит, снимали? Да, получилось так, что я всех синеньких снимал. Но камера дергала, потому что здесь напряжённо. Да, 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 почему? Ну да. Такой торжественный. Да, ну как мы. Мне будет там зерная энергия. Синенький маленький, мне там очень нравится. Чёрный тель, да? Петров уже выпрыгнул. Дело в том, что он последний шел, ряд, а он последний. Вот он и один и стоит. Он и стоит, поэтому. Не, у меня есть ножницы, моя тогда получается. Влад. Все, Влад, сзади обратно. Влад. Сзади, сзади. О, вот так. Давай. Да. Деньги, суки. То. Тихо говорят. Тихо стоят. Ага, клоун стоит. Короче, сзади хоть снег попадает. В принципе, знаете, может, еще то. У меня свой телефон приехал. Сейчас еще там будет выложено. Просто скачаете. Ей кафтен. Ей кафт. Чё мяться? Чё мяться? Инка, если какая, если касем к мясным. Если Ирана чем мы мам, мы с пешчи. Иран интернет чем мы мам. Если агент спортсменик, мы тогда с ним. Эк, свек, с этим. Алла шанс, мам, капем Այն ասինչ են անելուք, առաջ են գալու թե հելն են։ Ասում եմ, եթե իմանամ առաջ չեն գալու, ստե հետ եմ են հետքույից։ Ավորաս դիտը երկանք էր գիրի Прощайся с нами. Ну, скучно, я не могу.
Это почетный караул, который охраняет знамя. Ну, нам сказали, где все можно будет найти, мы все записали. Да, тут снимали, так что все, так вот. Запуталось, да? Ну что?
похоже, не режет, да? Попутники. Угу. Что они все в разной форме, в то же время лейтенант. Пробраться, посмотреть, что. Иди сюда, что. Да вообще вперед, что, дети. Ну, там оркестры, сейчас вот. Люди еще воевать должны. Должны были. Да, не уже. Вышли? Да. Ну, иди сюда, что. Любого давай. Мне пусть нужна, я вам хочу больше информацию. Да, чего вы ничего не видите?
детей. Мне место ездит. Иди крутись тут. Что ты? У меня есть пространство. Я не хочу, я тут посмотрю. Проходи там. Вот все. В втором ряду в конце. Вручали, когда он будет. Тоже с помощью.
можно. Впереди должно быть знамя, все за ним должны проходить. А, сейчас прощание. Прощание. А можно вот право делать? Я заделала. Еще, еще. Вот они сейчас, когда деньги. Вон, вот теперь вижу нашу. Вон наша головушка в конце. Вон он ее приподнял сзади. Вот. Вот. Я ему вижу. Ну я и говорила. Вот, уши-то, уши-то торчат. Видишь? Вот, спрятался. Так дружно, честно говоря. Слабовато. Нет, они сейчас прощаются с знаменем, они вставая бросили монеты. Ну, что-то слабовато, честно говоря. Офицеров-то много, вот. Что-то эффекты не прошли. Я так понимаю, крутить на полную. Я буду на телефоне смотреть. Главное, чтобы там было. Да. Ну, думаю, что... Не лёгко никак увидеть. Это ура. Да, они ещё разочек. Это у них там взгляд. Нет, не бросают. Хорошо. Третий, четвертый, не понимаю.
сейчас мимо нас. Мужчина с фотоаппаратом. Мужчина с фотоаппаратом. А можете вы чуть-чуть правее? Спасибо. Наши союзники или будут все наши противники? Что сейчас сделать? Ой,
Возьми.
собирай, пока есть возможность. Светлая рать, под нами матушка земля, над нами благодать, над нами благодать, над нами благодать.